интересный, интересный момент. Ура, Машинский. Ну, под 90. Водос. Видео для тебя. Интересный момент. Здравствуйте. Можно достроить? Охрана будет, да? Нет. Не охранники? Нет. Как тут? ВНТ, Федю, Владислав Сергеевич, полицейский РПП. Это вы, это Мирфянский, по-моему, да? Конечно. Да. А вы подумали, за машины? Чумак Александр Васильевич, инспектор СР. А у вас ПП стерлось, да? Или а, вы распечатаны, а у вас по-другому как-то написано. Новое, а у вас по-старому. Нет, мне только дали. Тут просто стоят охранники еще в колыбе. Да они. Охранники? Охрана, обычная охрана наша. Которая на посадке на шляху. Охрана? Да. Ну, ну вот так вот тупо колыбе. Мы обслуживаем покатиловку. Бабаи и высокие. Мы служба роговая патрульная полиция. Потому что, ну, это же неправильно. Не, ну, это же незаконно, ребята. Не, просто охрана, да. Не, просто я думал, вы говорите охрана, я такого не видел, честно говоря. Ну, а мы видели такое, что вы не видели. До свидания.